В самом сердце шумной столицы расположен один из важнейших христианских памятников – монастырь бесплотных сил архистратигов Петраки. Монастырь предоставляет не только духовную, но и социальную поддержку прихожан. Строительство первого небольшого храма относится к началу X века. Католикон относится к типу сложных, четырехпролетных крестообразных храмов с куполом. Купол поддерживают 4 колонны. 2 колонны в алтаре и 2 в храме. Алтарная часть храма состоит из 3 ниш с внутренней и внешней стороны, полукруглыми. Центральная ниша более древняя и большая по размеру от 2 других. Точка на высоте видим рельефный карниз, состоящий из рядов стилизированных гимнов, чередующихся с крестами. Иконография кафоликона осуществлялась в 3 этапа. Первый этап датируется 15 веком, часть фресок сохранена в алтаре. Второй этап датируется 1719 годом, точка центральный храм был расписан известным агеографом эпохи Георгием Марко фресками в критском стиле. Настенные фрески внешнего и внутреннего притворов относятся к 3-му этапу и являются произведениями современного иконописца Карусаса.